Приветствую всех, ребятки, вы на канале FrontBet, с вами я, его ведущий Макс, всех с наступающим, в преддверии 2022 года. Друзья мои, у нас Англия шагает такими мелкими шажками, спасая нас, для того, чтобы мы были мотивированы создавать вот такие вот видеоролики. Ну, то есть, о чем я? Если без философии, то нету футбола, да, ну, я уже говорил в прошлых выпусках, там, Турция, Бельгия, да, есть, ну, вот, как по мне, Израиль, ничего так еще выступает, вот, но Англия нас спасает для того, чтобы зайти на топовые матчи, да, вот, остальное это все шелуха. И вот у нас очередные матчики на 29 декабря, друзья мои, прям уже на пороге нового года. Челси принимает Брайтон. Ставить мы будем с нашими партнерами официальными БК Мелбет, российские, которые именно те, которые официальные. Они при регистрации всем своим новым пользователям дарят бонус 19500. Кто еще не забрал, друзья мои, всем советую. Ссылочка в закрепленном комментарии. Отличный подарок на Новый год. Забирайте. По поводу матча Челси-Брайтон. Ну да, здесь Челси фаворитом у нас выступает. Но Манчестер Юнайтед у нас тоже вчера выступал фаворитом. Я не знаю, что произошло. Сразу они выхватили банку в начале первого тайма. Мы брали с вами победу. Я надеялся, что все-таки они ответят им в первом тайме и закроют счет где-нибудь 2-1 во втором. Но этого не произошло. 1-1 они разошлись. Ну да бог с ними. Вот поэтому я и думаю сейчас про Челси. А вот фалить будут обе команды. Хотя и желтые карточки — это дефицит в английской премьер-лиге. Но все-таки я решил рискнуть и зашел на общий тотал желтых карточек в этом матче. 2,5-3 больше. За коэффициентик 1,41-1,63. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Там будет бесплатный экспресс в день этого матча. Ссылочка в описании под этим видео. Оставайтесь с нами.